Операции по предотвращению побегов из Восточной Германии сыграли важную роль для развития штази. Пароли и явки перебежчиков можно было узнать, только внедрившись в их круг. Маркус Вольф сделал ставку на работу с нелегальной агентурой. Штази прославилась благодаря работе своей внешней разведки. В ее штате было около 5000 сотрудников и более 38 тысяч тайных агентов. В основном граждан ФРГ. Все они представляли серьезную опасность для потенциальных беглецов из Восточного Берлина. Сами разведчики называли свою нелегальную агентуру живым щитом Берлинской стены.